Всем привет! Продолжаем восстанавливать нашу победу. Так еще. Вот она, наша победа. Значит, частично здесь уже отваливается кое-что. Уже даже приклеивали. Вот. Ну что, разговаривать много не придется. Есть вот задний бампер. Теперь у меня будет еще один новый, потому что тут отломано крепление. Далее. Ну, придется тут разбирать все. Плохо очень собрано. Пружинки. Вот. Допустим, капот. У капота нету эмблемы. На новой вроде есть. Боковые названия. Вот здесь оно есть, которое отвалилось практически. Здесь его с этой стороны совсем нету. Я так понимаю, то, что буду полностью ее, ну, как, что будет мешаться, буду разбирать. Вот, и смотреть, чего не хватает. Распаковывать все те номера, которые недособраны. Вот. Ну и смотреть, что тут получается. Потому что тут должен и свет гореть, руль крутится, поворачиваться. Ну, посмотрим. И будем искать недостающие номера. Как говорится, без фанатизма прям до конца. Но чтобы внешка у нас была, так сказать, полочного экземпляра. А дальше уже посмотрим, куда это все дело выплывет. Ну, смотрим, наблюдаем. Снимать не знаю, что именно буду. Вот, потому что не знаю, насколько долго и как часто мне с ней будет время работать. Вот названия, которые, так сказать, отломаны. Так, капот сняли. Почему-то у нас вот этот щит весь болтается. Непонятно, как не нравится. Ладно. В новых номерах есть с пинцетиком журнальчик, в котором мне может кое-что понадобиться, потому что вижу крышку от аккумулятора, а она куда-то заскочила, не знаю, как вытащить. Вес у модели жутко большой, не знаю, как чего. Надо прям вот разбирать. Надо очень много видео пересматривать, потому что как вот крепятся эти элементы. Потому что надо все протягивать сначала шасси полностью. Отломанные вот, я понимаю, брызговики, наверное. Не протянута рама. Это шасси вообще. Двигатель вот болтается. Рулевая сломана. Ну, потихоньку разбираем. Так, защитная. Защита отломана. Так, по-моему, я нашел. Мешает руль. Но как до него добраться, пока не понимаю. Все. Все. Руль был не прикручен. Так.
наша оба победа чуть-чуть поделилась. Поделилась пополам. Так, поделилась на три части. Потихонечку. Так. Вес немножко изменился. И теперь ее частично можно переворачивать. Так. Ну, смотрим. Салон. Резиновые коврики. Подсос. Педальки. Так. Что-то под сиденье закатилось. Так. Ага, батарейки какие-то. Батарейки в изоленте. Наверное, чтобы светились лампочки. Так, нету педали газа. Она у нас большая должна быть, наверное. Салон. В принципе, сейчас протяну. Не знаю, там чуть-чуть, может быть, резину помою, чтобы покрасивше было. А так, сиденье. Сзади за сиделками ручка, чтобы держаться. На задних сиденьях этого нету ничего. Вот. Педали. Сцепление, газ. О, сцепление, сцепление, тормоз. Газульки нету. Вот. Так что сейчас протрем чуть-чуть. Подтянем. Да, будем смотреть, что дальше. Задний диван хорошо притянут, а передний плохо. Откручиваем и протягиваем. Ну вот, совсем другое дело. Тут прям болталось все. Сейчас пойду коврики помою. Коврики теперь чистенькие. Все хорошо подходит. И прикручиваем назад передний диван. Вот такой получается он у нас салон. Сюда. Проверяем, что у нас с шасси. Так, у нас вот почему-то болтается. Не, ну вот как так могут собирать люди? Ну если вы в металл собираете, вы же должны понимать, что туда резьба вкручивается, а не саморезы. Для тех, кому интересно, вот прикрутил заднюю щит. Проводочки должны вот там в канале идти, они их так бросили. Сейчас нам надо потихонечку разобраться, не спеша. Вот почему радиатор так болтается, почему двигатель так болтается. Так, и нам надо смотреть рулевую. Так что мы откручиваем сейчас рулевую и ей делаем ревизию. Вот, отломана от рулевая, от рулевой. Интересно, там это целое? На том номере, который мне пришел, или нет? Так. Подвеска жесткая, но работает. Так, болтики почти все не затянуты. Достаем наши новенькие запчасти. Так, вот на наша. Проверяем. Хорошо. Рулевая, в принципе, работает. Так, собираем потихонечку. Сейчас сначала верхние кулаки.
собрано, конечно. Непонятно. Повесил, кстати, инструкцию. Где, что, куда. Чтобы было более-менее понятно. Не знаю, особо не читал. Написано ли, куда какой болтик вкручивается. Потому что все болты перепутаны. Вот реально, вот все здесь болты. Все поперепутано. Тут даже вот невооруженным глазом видно, что, ну, как говорится, резьба не та, там болт великоват. Если все правильно, она вот хорошо закручивается. Так. Открутил радиатор. Собрал переднюю подвеску. И теперь надо мне разобраться с двигателем, потому что он, ну, вот так вот он болтается. Непонятно, что и как с ним. Ну, вентилятор работает. Крутится все. А вот двигатель и все к нему почему-то так погано прикручено. Сейчас аккуратненько кладем на бок. Так, ага, сыпется. И смотрим, а на чем вообще он держится. Он должен сидеть вот в этих местах и просто лежать, что ли. Блин, мне единственное, что не нравится, то, что к нему все плохо прикручено. А достать, я не знаю, получится уметь его отсюда достать или нет. Достать это надо. Не получается, что снять. Я говорю, может быть, он болтался из-за того, что мост не был прикручен нормально. Давайте проверим. Прикрутим назад мост. У нас шкив не садится на место, из-за этого и двигатель не опускается в свое местечко. Так, в чем была основная проблема? Проблема была в том, что оторвали шкив нижний и приклеили его на клей. А приклеили, ой, вообще плохо очень. Криво. И просто не садилось на место. Вот и все. Так. Промежуточный итог. Мост передний стоит, радиатор стоит. Все держится. Двигатель сел в свои пазы. Практически не болтается. Сейчас тут все воткнется. Горловину радиатора надо приклеить, и вообще все будет держаться. Потому что там отломано. Ну вот тут вот части двигателя, вот кое-что есть, шланги есть, но в принципе он собранный у меня двигатель, так что вот от двигателя вот целый комплект не нужен. Далее трамблер, опять двигатель, опять же у меня все это дело есть. Все трубочки, все шланги. Ну, начальные номера собраны нормально. Тоже в сторону. Вот, кстати, от воздушного фильтра. Крышечки. Вот они. Они вот здесь есть, которые закручиваются. И чего-то еще не хватает. Не хватает вот здесь чего-то. Так, во-первых, она движется. Надо ее посмотреть, как она должна по-правильному стоять. Вертлюшок. Ага, вот здесь где-то еще должен быть вертлюшок. Так, вот смотрите, уже ошибку нашел. Придется разобрать потом и воздушный фильтр перекрутить. Неправильно установлена нижняя часть. И как раз таки вот два вертлюшка, типа, ну, которые закручиваются. Вот надо будет их сюда установить. Не знаю, может прям сразу сделать, чтобы не забыть. В принципе, если было бы побольше свободного времени, то можно было бы посмотреть видео по сборке. Вот, наподобие того, что я снимаю с УАЗиком. И было бы все понятнее, что куда прикручивать.
Так, смотрим следующее, что у нас. Проверяем, значит, оставшиеся элементы. Задние крылья тоже не прикручены. Самое вот интересное еще, смотрите. Горловина. Она изнутри, ну оттуда. А крепеж с этой стороны. Ну, кто так делает? Вот, смотрите. Батарейный отсек. Нажимаем на тормоз. Ну вот. Как передний свет включается? Я не знаю. Так, пока выключили свет. Сломан здесь просто переключатель. Так, готово. Ладно. Ну что, часть сделана. Пробуем дальше. Пробуем дальше. Значит, устанавливаем салон. Так, нам для того, чтобы руль крутился, не хватает крестовины там. Так, прикручиваем салон. Смотрим, какие болтики. Прежде чем браться за кузов, давайте все-таки разберемся с колесами. И прикрутим. И поставим модель на колесики. Так, толстые это барабаны, тонкие это вот сюда. Так, поставили. Далее колесо. Угу. И далее вот такие вот шайбочки, как мы на УАЗике делали. Так, нашел шайбочки. Ну и прикручиваем колесики наши. Проверяем сначала с одной шайбочкой. Если нет, подкладываем больше, потому что пластиковая шайбочка потолще. Так, готово. Вот так смотрится. Сейчас вторую сторону. Так, ну что, ездит наша Волга уже. Вот так вот. Потихоньку соберем нашу победу. О. Будет на ходу все у нас. Ну все, всем спасибо за просмотр. Остатки кузова и навесные уже в следующей серии, потому что времени прошло много. Ну, частично мы с моделью поработали. Если нравится, пишите комментарии, буду рад почитать. Ну все, пока.